Всем привет! В это доброе солнечное осеннее утро мы отправились на родник за водой. Вот, шагаем потихонечку. Родник уже виден вдалеке. Человек, набирающий воду, передает нам привет. Вот такой родничок у нас здесь находится. Оборудовано все красиво. Приятно прийти, набрать водички ключевой, холодной. И также приятно потом ее пить. Здесь вот тропочка для местных. Это колодец, в котором чистят родники, которые бьют. Ключи, как их правильно назвать, не знаю. А здесь выведена из него труба, где наливает воду. Есть специальный помост для бутылей. Свой тоже поставлю. Вот уже канистру налили. Солнышко сегодня яркое. Сегодня солнышко яркое. Что еще тут? Даже яркое. Цветочки тут очень красивые, посажены, растут. Одни уже отцвели, другие набирают цвет. Бархоточки. Какие красивые. Там вон пчела летает. Лавочка для усталых путников. Тропочка вот здесь есть. Тропочка идет к реке. Река небольшая. Здесь протекает. Но все же тропа есть. И вот такая красота нас вокруг окружает. Березки, другие деревья. Солнышко осеннее. Привет тебе, привет. Что еще налили? Канистра, бутыль 9-литровая. Ты красивый. Холодная ключевая вода, которая бьет и бьет. А теперь отправляемся домой пить воду.